Подробнее о профессиональных планах на этот год и ожиданиях от выступления на предстоящем турнире Billie Jean King Cup мы поговорили ранее с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью. Елена, спасибо большое, что уделила нам время. Начну с главного вопроса. Billie Jean King Cup не первый в твоей карьере. О выступлении в Глазго, к примеру, писали, говорили многие. Сборная казахстанская, можно сказать, сенсационно обыграла Великобританию. Какую планку ставишь для себя и для команды в этот раз? Какая атмосфера в команде? Какое настроение? Какие ожидания? Конечно же, задача победить, и я думаю, что у нас достаточно сильная команда, поэтому мы приложим все усилия и будем стараться. В команде атмосфера хорошая, поэтому, да, надеюсь, что покажем хорошую игру и удастся победить. Такой турнир, он достаточно эмоциональный, я бы сказала, поэтому я думаю, что все волнуются, но в то же время для девочек, я думаю, это огромный опыт. Последние два года стали очень успешными в твоей карьере. Победа на Уимблдоне, Индиан Уэллс в Штатах, финал Australian Open, Miami Open. Насколько вообще было тяжело выдержать такую планку и морально, и физически? И самое главное, какую планку для себя ты ставишь на этот год? Конечно, непросто. И все, что произошло, наверное, за последний год, это достаточно огромная работа всей команды и в целом огромный опыт тоже для меня. И на будущее постараться держать эту же планку и, конечно же, улучшать свою игру и прогрессировать во всех аспектах. И надеюсь, что получится добиться и выиграть какой-нибудь еще большой шлем. Каким турниром готовишься сейчас, на данный момент? Дальше по планам турнир в Штутгарте, сразу лечу отсюда. И потом Рим-Мадрид, крупные турниры, и большой шлем Ролан-Гаррос. Да. Ты сейчас полностью погружена в спорт, нацелена на большие результаты. Это очень похвально. Скажи, остается время чему-то посвятить, уделить вне спорта? И чему ты его посвящаешь? Я не уверена, что удастся много чего поделать, так как достаточно мало времени здесь проведу, но в целом у меня здесь вся семья, поэтому постараюсь провести с ними побольше времени и посмотрим, да. А кого считаешь своим главным соперником в рейтинге WTA? Продолжишь вот это вот такое свое агрессивное восхождение по таблице? Много достаточно хороших игроков, и со многими очень тяжелые матчи у меня. Наверное, с начала года у нас такое противостояние с Ариной Соболенко, но очень много игроков, с которыми не просто играть и хочется побеждать. Кречкова, очень сильный игрок. Сейчас он с Жабера возвращается, вот только выиграла турнир. Иго Святок, конечно же, поэтому, да, соперников очень много и надо работать. Спасибо большое за ответ.